Всем привет! Сегодня я с подписчиками вместе пройду Кепинг 2. Полное прохождение. Ну, поехали! Садимся в лодку и начинаем. Ждем, пока будет нужное количество игроков. Поплыли. И нас телепортирует в лагерь. Это Кепинг 2, Кепинг 1 я еще не проходил. Потом нас телепортирует в какой-то домик. Тут есть зеркало огромное. Также можно найти предметы. О, иногда в зеркале отражаются убитые люди. Там могут подписчики, еще кто-нибудь. Тут можно найти таких там питомцев, там плюшевых мишек. Тут везде по карте валяются, но сейчас их уже нету, все уже подобрали. Теперь просто ждем. Ночь. Вас могут телепортировать в лагерь. Там нужно будет бежать. Какой-то мумий. Смотрите, подписчик пытается. Давай. Нет, он проиграл. Видите, к нам в окно как раз таки и залезло. Это чудовище. Ну, меня закинуло прям в домик. Теперь привет, Данил. Там дверка открылась, мы уходим. О, паркурчик. Всегда ходите за Данилом. Вот такой вот паркурчик. Довольно легкий. В воду не падайте, пожалуйста. Справились. И нам дается вкусненькая печенечка. Привет, Данил. Дождь. Мы в лагере. Теперь нужно найти доски. Не попадайтесь на ловушечки. Их тут, видите, заметно. Я их просто обхожу. Нужно нажимать на досочки. Ну, просто к ним не подходите. Вот видите, как я сейчас сделала. Вот видите, это ловушечки. Теперь мы снова в лагере. Бомбы взрываются. С большим радиусом. Они довольно много хп сносят. В зависимости от расстояния. Все, справились. Тут кому как повезет. Автомат. Теперь выбираем, стрелять или не стрелять. Не стреляйте. Если вы нажмете стрелять, тогда вы не сможете пройти. Прости. Нажимайте не стрелять, потому что если нажмете стрелять, вас просто дождик убьет. Домики сломаются и дождь вас убьет. Теперь прыгаем в ямку. Поэтому не стреляйте, не стреляйте. Вот такой вот плюшевый мишка. Пошлите влево. Ну, как показано на видео, делайте просто. И мы попадаем в комнату со змеями. Осторожней тут. Они очень сильно бьют или кусаются. Справились. И теперь нужно делать все быстро. Паркурим. Видите, черная вещь. Как только открывается дверь, сразу прыгайте. Убийца. О, нет. Везде туман, который убьет. Прямо перед нами убийца. Что будем делать? Темный экран.
Я убил двоих. Теперь, ну, ждем. Из семьи, из пятерых. Он бежит до нас с ножиком и черное. А вот и из... монстр из Кепинг 1. Что у него с правой? То есть с левой ногой. Что-то у него с ногой случилось. Там что-то произошло. О! Вот это поворот. Спасибо тебе. И мы прошли Кепинг 2. На этом наш ролик подходит к концу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. Кепинг 2.